Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю изумительно вкусные баклажаны в духовке. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого блюда мне понадобится примерно 2-3 баклажана, немного помидоров, у меня сегодня помидорки черри, можно взять любые томаты, 2 зубчика чеснока, перец и соль по вкусу, 4 столовые ложки сметаны или йогурта без добавок, 150 грамм полутвердого сыра, немного зелени укропа и 2-3 столовые ложки оливкового масла. С баклажанов снимаю шкурку, но не всю полностью, а вот так вот частично. Обрезаю концы и нарезаю толщиной где-то 0,5 сантиметра. Теперь баклажаны слегка посолю. Чтобы они не были пресные. Выкладываю их на противень. И каждую пластинку смазываю оливковым маслом. Ставлю запекаться в хорошо разогретую духовку 250 градусов на максимальную температуру буквально на 15-20 минут. Они должны слегка зазолотиться. А пока подготовлю начинку. И для нее сыр я натираю на крупной терке. Мелко нарезаю зелень, добавляю ее к сыру, мелко нарезаю помидоры, также добавляю их к сыру. Чеснок натираю на мелкой терке. И также добавляю к начинке. В конце добавляю сметану. Немного черного молотого перца. И немножко соли. Соль кладите по вкусу. Все перемешиваю. И начинка готова. Теперь на каждый баклажан выкладываю начинку. Снова убираю в духовку, но уже на 200 градусов, еще на 10-12 минут. И сразу в горячем виде подаю к столу. И вот такие шикарные баклажанчики у меня получились. Это очень-очень вкусно. Идеальное сочетание баклажаны, сыр, помидор и чеснок. И, конечно, немного зелени. Она здесь играет важную роль. Придает всему блюду свой аромат и вкус, объединяя все ингредиенты.
и делает их еще вкуснее. Обязательно добавляйте зелень, это не только полезно, но еще и очень вкусно. Такие баклажаны готовятся с минимальным количеством масла, но при этом они невероятно ароматные и вкуснейшие. Такие баклажаны улетают со стола очень быстро, поэтому я всем рекомендую готовить двойную или тройную порцию. Готовьтесь с любовью и удовольствием, радуйте себя и своих любимых. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения, до скорых встреч и пока-пока!